Привет, с вами Ольга Любилова. Я сегодня не одна. Инна тут тоже снимает свое видео. И мы сейчас в классе одни. Да, мы одни. Да. Я тоже снимаю. Мы поубирались. Да. Доска чистая. Да. Да, чистая. И давай покажем наш классный куточек. Вот, да, пошлите. Вот. Это мы. Меня нет, я болела. Вот это я. Да. Это наш диплом. Который висит. Да, который висит. Прости. Зимовых именинников. Это я, Инна Каминская. Да, вот они. Липецкая Татьяна, Тимофей Иван, Евсенко Влад, Яремченко Александр. Ой, ему скоро день рождения, Яремченко. З. Как? С 8-го уже скоро. Наш девиз и с 7-го. Так. А как ты сидишь? Это наш шкаф. Да. Он трехметровый. Вот, тут есть книжки. Вот. Вот Инна. Через стекло. Да. Тут наши тетради. Да, вот они. По геометрии. Эту елочку делала Рома Мартынюк. Рома, если ты смотришь это видео, поставь лайк. Ему лайк. Да. Да. Роме, короче. И тут у нас опять стеночка. Да, стены. У нас очень красивые шторы. Мне вообще не нравится. Зелененькие такие. И перейдем к нашему столу. Да. Да, вот. Наш здесь учителя. Столик, наш столик. И вот тут такая штучка. Ваза. С колосками, да, с колосками. Тут у нас расклад. Расписание. Конечно. Вот для геометрии. И алгебры. По алгебре мы их не используем. И тут наша доска. Да, доска. Вон наш часик. Часик. А теперь пойдем к другому шкафу. Во, какой тут срач. Вот. Давайте его закроем, потому что там срач. И давайте покажем нашу дверь. Она суперская. Нам ее только недавно поставили. Мы самые ватные. И она потом почему-то... Только тут ручка неудобная, и она постоянно открывается. Это я не показала. Вот она. И одна ситуация. Одна ситуация. Когда мы идем, она открывается сама. И страшно. Мы с Олей. Раз 15 за день может открыться. И вот наши цветочки. И тут такая. Они, конечно, не настоящие цветочки эти. А это наше бедро. Смотрите, так, что надо будет. Менять. Ну, в основном у нас все хорошо. Да. И вот, смотрите, какой он тут. Он был раньше поломанный. И, кстати, вот у нас еще такие штучки. Вот, покажи. Ты можешь ложить. Вот. Вот. Срань какая-то тоже. Вот. Вот. Короче, хрень. И стоп. Вот еще одна подделка. Это, по-моему, из соленого теста. Оно там чувак без головы. Вон, лежит его голова. Вот наши шкафчики. Тут я не знаю, что бежит. Вот. Да, вот тут. Тут это секретное. Да. Тут можно дневники прятать. Да. От учителей. Да, чтобы двойки не ставили. Да, а да, вот да. Я. А вот мы. Да. Так, еще много, очень много этих шкафчиков. Вот даже посмотрите. Да. Вот, много. Еще нам говорят принести цветы, но я боюсь, потому что наши мальчики... Они завалят и все в хлам. Да. Ну ладно, на этом наше видео подходит к концу. Кому понравилось мое видео, второе, то есть первое, там я сама, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И подписывайтесь на Инин канал, я оставлю ее ссылку в описании. Да. Все. Всем пока.